Как можно заметить, я снимаю не просто так, произошло обновление. В результате обновления отвалился прицеп 1. Обновление на 1.28. В принципе, главное изменение, которое я заметил, которое мне понравилось, это то, что на экране меню, которое по Escape, да, вот это. Сейчас покажу, что именно там происходит. Смотрите, какая красота. Это просто охренительно. Конечно, одна модификация продолбалась, но что поделаешь. Но вот эта вот менюшка просто шикарна. Она жрет процессор еще сильнее, чем раньше. Вот. Но вообще, на самом деле-то вот он даже что-то ходит. Вот. Ну, собственно, все. Кроме отвалившегося прицепа, нужно будет какое-нибудь другое дополнение поставить и заснять его. Но это потом. А сейчас просто доедем до Дортмунда, довезем арахисовое масло. Удав. Блин, какой хороший ник придумал. Удав. Но это придется ездить только на дафах. На дафах. А это как-то не очень уныло. Но хотя удав это ник отличный просто. Шикарно. Удав. Ух ты, вот это он гонит. Или это я тащусь медленно? Так, я, кажется, пропустил. Сейчас будет весело. Вот так. Все. Это было стрёмно. Не ту кнопку нажал. Ну ладно.
Я с ним на перегонки, что ли, еду? У меня одна на окружности, короче, я быстрее пройду. Нечестно было. А вообще, мне же надо свернуть. Ну, давай-ка я его пропущу. Там еще кто есть за... О, как они меня вежливо пропускают. Вот Маммут, хороший мод. Он совместим со всеми новыми версиями. Сколько раз уже обновлялся, и никуда он не вылетал. А эти все модняшки новые, современные, они на каждый чих ломаются. Вот автор Маммута молодец, хорошо написал. До сих пор не сломался. Тьфу-тьфу-тьфу. Я парковаться не буду, мне надо это самое, по делам идти, уроки учить.